Кулинарные поединки в Одинцово проходят несколько раз в год. Рестораны готовят свои команды к состязаниям с особой тщательностью. Здесь нужно показать не только мастерство приготовления блюд, но, что немаловажно, представить свою команду как самую дружную, смелую и веселую. За это жюри тоже начисляет баллы. Конечно, посмотрели уже конкурсы, как делают, как работают. Некоторые команды подготовлены очень хорошо, молодцы. Дети, мной было отмечено, что дети правильно держат ножи, некоторые, да, уже умеют. Вот, и в том числе маленькие дети, которые там, сколько там, может, до 10 лет. Это очень радует, очень приятно, да, что самое главное на кухне техника безопасности, да, и смотрю, многие рестораны, ну, в основном все, этому уделяют очень большое внимание. Готовить с детьми – одно удовольствие, считают участники поединка. Дома они делают это постоянно. Кстати, некоторые ребята уже точно определились с выбором будущей профессии. Я буду поваром. Это все развивает. Это людей заставляет готовить, учиться готовить, если не умеют. Это полезно. 6 команд боролись за победу. Большинство ресторанов принимают участие в кулинарном поединке впервые. Безусловно, волнение присутствовало, но помогла уверенность в своих силах и поддержка болельщиков. Кичин – это прежде всего семья, это радость, это любовь, это дети. Мы очень рады, что мы принимаем участие в этом конкурсе. Спасибо большое организаторам за то, что они нас пригласили. В этом году места распределили следующим образом. Пальму первенства взяла команда ресторана «Ишак». На втором месте ресторан «Ковчег» и завершила тройку лидеров семейное кафе «Китчен». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».